Если ты будешь со мной, то станет мудрым доброе утро, доброе утро. Если уйдешь опять, так между прочим, спокойной ночи, спокойной ночи. Если ты будешь со мной, то станет мудрым. Ребят, всем привет! Наступил следующий день. И сегодня мы начнем заниматься ВАЗ-2199. Точнее, 21099. Вот. А сегодня, сейчас я пришел, пока печечка у меня топится. Вот. Натопил пока пушечки, чтобы было нормально, комфортно уже работать. И будем приступать мы, вот крыло у меня. Здесь надо зашкурить все ее, потому что как они делали, это через жопу. Вот я вам сейчас покажу, как здесь сделано. Это крыло, которое готово было уже к покраске. Сейчас я вам все покажу. Вот, ребят, я здесь уже начал шкурить. Здесь у нас было, ну вот они, подтеки, как вы видите. Здесь у нас была шпаклевка, она еще не зашкурена. Это они вот загрунтовали уже до покраски, короче. Для покраски, точнее. Вот у нас, как здесь все выглядит. Это грунтовка. Вот они, царапины какие-то. Ну и вот самое главное, вот. Тут-то у нас зачем? Ее здесь же плохо видно-то. Особо не будет, это внизу, можно и так пыльнуть. Ну вот, сами видите. Сделано все через одно место. Поэтому сейчас я начну с крыльев. Я крылья зашкурю, загрунтую. Они у меня будут стоять сохнуть. Потом начну капот и багажник. Также зашкурю, загрунтую. И потом уже двери. Сделаю все по отдельности. Потом, когда все замою, я все повешу, машину саму заклею. И уже на весу, когда они все будут уже все стоять, я уже просто покрашу. Все. Ну и высохнет она, и будем ее уже собирать. Вот. Сейчас я буду зашкуривать крыло полностью. А, мотор закрою. У меня стол снегом завалило, надо будет его откопать, поставить будет сюда. Вот, ну ладно. Я здесь закрою, если что, здесь прям пыльну. Ну, закрою мотор, чтобы никуда ничего не попало. Вот. Но сейчас на данный момент пока зашкурю крыло, потом второе крыло, загрунтую, отложу, пусть сохнет. Ну и также постепенно начну. Сейчас покажу. Взял я шкурочку, пневмомашинку. И добавил в нее масло, чтобы она работала лучше. Вот. И начну шкурить. Сошкурю старый грунт, выведу все и уже потом загрунтую заново. Ну, зашкурили мы вот это крыло. Внизу еще надо будет там шпаклянуть. Ну, там дальше будем смотреть уже. Сейчас зашкурим крыло второе, оно новое. Надо зашкурить этот грунт, который перевозит. Зашкурим, и уже можно будет там шпаклянуть, посмотреть, где еще неровности, тоже шпаклевку положить, зашкурить, и можно будет грунтануть их сразу же, чтобы они уже их отставить. Вот. Потом возьмем капот, багажник и так далее. Капот тоже у нас новый. Вот. Тоже надо будет пошкурить его. Ну и потом уже начнем двери. Сейчас он приехал, хозяин привез все запчасти. Почти все, как он говорит. Потому что, может быть, плане не хватает. Вот все в коробках лежит для сборки. Все забрал с сервиса. Вот. Будем собирать, будем смотреть, что там хватает, что не хватает. Вот. Так что так, короче. Накинули вот мы капотик. Конечно, ничего такого особо ровного нету здесь. У нас вот они, получается. Идет, 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 хлоп. Здесь можно палец засунуть. Либо капот уже сам попробуем полегулировать сейчас капотом. Либо сам капот неровный. Потому что здесь у нас, там у нас нормально.
здесь у нас отходит. А здесь наоборот. Тут левая сторона была видно битая. Здесь наоборот все нормально, а туда у нас уходит вот как. Вот сейчас будем смотреть, что придумывать. Попробуем поиграть капотом, если получится. И уже будем смотреть. Начинаем двери вешать. Вот они у нас. Достали. В принципе, как бы все ровно. И по порогам. Более-менее, хоть пороги нормально сварили, но все равно тоже щель такая есть в пороге. Видно, слишком низко сварили. Вот она. Там вот у нас нормально, а здесь вот щель. Еще, может, попробуем дверь отпустить. Ну, хотя не надо, здесь нормально. Вот. И вот будем смотреть сейчас, как там. Здесь у нас щель вот у самого крыла. Вот она какая щель. Надо крыло чуть-чуть назад дать. И будем смотреть дальше уже как. Здесь у нас ровно. А здесь у нас получается отсюда идет нормально. А здесь вот такая щель. Но левая сторона была битая. Я так понимаю. Вот. Ну здесь, здесь в принципе более-менее нормально щель. Но все равно тоже. Сейчас задний надо тоже будет повесить, да, наверное? Накинули мы, ребят, дверки все. Вроде все подходит. Есть, конечно, вот такие нюансы, где там щели большие. Их вроде регулировали, все равно как-то непонятно. Но все равно, в принципе, довольно нормально, как бы, щели. Здесь тоже вот все почти по ГОСТу. Вот она у нас дверь, как они готовили под покраску дверь. Она уже вот замыта, вот эта водительская передняя. Это вот у нас идет подтеки от грунтовки. Сейчас не видно. Вот. Это надо затирать. Все это они вот так затерли, походу. Здесь вообще непонятно, что здесь, блядь. Чай пили, что ли? Все хрен поймешь в чем. Ну и также внизу здесь все в подтеках. Короче, ужас. Машина готовилась через одно место. Вот как-то так. Вот у нас здесь капот тоже зашкурил уже. Будем грунтовать. Стекло стоит заднее. Вот эта дверь загрунтована, вроде довольно нормально. Только почему-то грунтовка только другой, походу не хватило. Вот, вот это вроде загрунтована, мятинек нету, ничего такого проблем нет. Ее надо только замыть. Вот, ее мы замоем. Я думаю, перегрунтовывать мы ее не будем, как бы нормально она. Вот эта задняя дверь, она тоже замыта. Но есть все равно вот косячки вот такие. Надо будет все равно тоже сделать. А там будем уже смотреть. Может, я ставлю. Здесь где-нибудь подмажем, все сделаем. Вот. Ну и, в принципе, багажник он. Я его зашкурил тоже. Повесили мы капот, крылья, двери повесили. Сейчас мы повесим багажник. И уже посмотрим, может быть, сейчас я даже загрунтую. Надо машину обклеить, сзади вот, вот эти висят у нас, пупырка. А, я пленку не купил на машину, не, ну, некогда было ехать, и неохота так обклеить, ничего страшного не будет. Вот. Сейчас я обклею и обезжирю, и, может быть, скорее всего, зашкурю, загрунтую, и уже, наверное...
завтра замою и покрашу. И уже будем весь салон собирать. Конечно, тут салон собирать все в разбросе, и непонятно, что где. Ой, будет непросто. Это все надо будет искать, замки искать. Ну, все, короче, от болтиков до пластмассок это вообще тут. Все растеряли, все хер поймешь, куда дели. Вот. Ну, попробуем. Что не получится, там, ну уж будут докупать и будем доделывать. Вот. Сейчас багажник повесим и будем уже смотреть. Вот эти две двери с левой стороны, они вроде более-менее, но все равно надо их замывать и уже покрасить. И также правую сторону надо будет уже там точно надо зашкуривать, заново грунтовать и так далее. Вот. Тихо-тихо, сердце так стучит. Тихо-тихо, что-то говорит. Тихо-тихо. Сейчас заклею. Эту сторону я не буду грунтовать. Двери я посмотрел, они нормальные. Надо будет только замыть и уже покрасить. С той стороны надо будет их зашкуривать, потому что там убожество. Я уже показывал. Поэтому я сейчас крышу все заклею. Все, что чтобы не попадало никуда. И уже их сейчас зашкурю. И начну, наверное, скорее всего, сегодня уже загрунтую. Так, ребят, ну сейчас мы будем шкурить дверь, уберем старую грунтовку с краской, там хрен поймешь, с потеками все, и уберем заднюю также дверь, там с потеками, и сошкурим все, и будем накладывать новый грунт. Также на капот, на крылья, сейчас я вам все покажу. Так, ну вот мы повесили двери все, крылья, капот. Капот я зашкурил, крылья тоже зашкурены. Здесь двери, они более-менее нормальные, и надо будет где-то еще подмазать, но это я пока заклеил, потом уже их сделаем. Там, в принципе, ничего критичного нету. Вот, видно, там с удовольствием делали, а здесь уже начали плевать. Сейчас мы зашкурим дверку, вот эту зашкурим, и вот, вот эти вот подтеки все вот такие вот зашкурим здесь, здесь. Сейчас. Вот. Тут вот такие подтеки здесь, вот это все зашкурим, и уже будем накладывать грунт. Возьмем машинку и будем шкурить. Так. Ну и вот так, короче, будем дальше продолжать. Сейчас мы включим. Вот. Ну сейчас зашкурю, ребят, я вам все покажу. Сделали мы дверь, вот пошкурили, убрали вот потеки, которые были здесь, выровняли здесь, которые были потеки. Вот. Это, я так понимаю, не грунт, а уже краска, которую положили через одно место. И у них все потекло, растеклось, и так они ничего сделать не смогли и бросили. Потому что я ее стираю, и под ней уже вот грунт лежит серый. Вот. Ну и вот эту дверь также, вон она снизу какие. Это все краска, не грунт, а уже идет краска. Положено через одно место. Вот. И вот сейчас здесь еще чуть-чуть пошкурю. Сейчас шкурочку поменяю, пошкурю. И уже... Вот. Пошкурю сейчас дверку. Уберу все неровности. И уже буду тогда
готовится грунт. Возьмем мы сейчас грунтовочку, такую вот, серую. Красопульт уже сейчас разбавлю, подготовлю и будем уже грунтовать. Сейчас придумаем, как багажник нам поставить. И уже начнем грунтовать. Так, ребят, ну все, в принципе, сейчас начнем красить. Положим грунт и уже будем дальше замывать, потом и Ну, загрунтовали мы машинку. Вот у нас как получилось. Изначально что-то плохо грунт шел. Я пульт разобрал, почистил. Что там грязи так было много. Вроде чистил. Вот, почистил. И уже грунт пошел нормально ложиться. И вот, закончили. У нас получается капот, два крыла, две двери с правой стороны и багажник. Вот. Тут мы убрали все капли, выровняли все. У нас вот как получилось, где капли были. Здесь были капли, там были, здесь снизу. Ну. Убрали. Здесь загрунтовал. Нашел мятинку небольшую. Вот она. Надо будет еще поклянуть. Ну вот как-то так. В принципе, ребят, на сегодня, наверное, все. Вот. Мы собрали, двери поставили, машину загрунтовали. Сейчас она высохнет. И уже будем завтра, наверное, красить, скорее всего. Придем, замоем и закрасим. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.